Вас приветствует команда «Витапульс». И у нас с вами сегодня первая лекция, которую мы очень все долго-долго ждали. Мы начинаем с вами большое направление по фитофармакологии. У нас с вами просто потрясающий эксперт Александр Николаевич Шиков, доктор фармацевтических наук, заместитель генерального директора Санкт-Петербургского института фармации, член редакционной комиссии ведущих мировых журналов. И я, наверное, даже не буду перечислять эти журналы, потому что дам возможность Александру Николаевичу рассказать о себе самому. Александр Николаевич, вам слово. Доброе утро всем. Добрый день, кому-то добрый вечер. Как мне сказали организаторы, нас слушают и смотрят представители, и гости, и слушатели из разных городов России, из разных часовых поясов. Мне будет очень интересно узнать, откуда вы, если можно, напишите, пожалуйста, в чате ваши города, тогда мне будет понятна широта охвата нашей аудитории. Сегодня я расскажу немножко о растениях-адаптогенах. В принципе, я так думаю, что это та грань, которая не очень хорошо освещена в России, но которая получает все большую и большую популярность за рубежом. И как это ни парадоксально, но мне чаще приходится читать лекции о растениях-адаптогенах на английском языке, чем на русском. Ну, такова сегодняшняя жизнь, таковы сегодняшние условия. Но я очень надеюсь, что благодаря вот этому нашему циклу лекций вместе с компанией «Витапульс» мы сможем расширить как-то диапазон людей, которые интересуются растениями, адаптогенами, не просто интересуются, а активно пользуются этими растениями. И это будет, наверное, очень полезно для всех. Ну, несколько слов я скажу про себя. Наверное, я для большинства из вас не совсем известный человек. Я закончил химико-фармацевтический институт в Санкт-Петербурге, защитил вначале кандидатскую, потом докторскую диссертацию, все свое время обучения, работы до настоящего времени я посвящаю природным препаратам, растениям. Где-то, наверное, лет 5 стали активно заниматься другими источниками природными, в частности, морскими организмами, где тоже оказалось очень много интересных молекул, интересных активных веществ. Ну и много-много-много чего полезного удается извлекать из этих объектов. Но сегодня мы поговорим о растениях-адаптогенах. По ходу я немножко буду отвлекаться и говорить о том, что делали мы, какой наш вклад в данное направление. Ну и потом мы с вами сможем пообщаться немного по окончании лекции. Вы зададите какие-то свои вопросы, я постараюсь ответить на них. Обращаю ваше внимание, что это наша первая лекция. Она имеет цель каким-то образом повысить, стимулировать интерес к растениям-адаптогенам. И затем мы планируем провести целый цикл, где мы остановимся на конкретных растениях, на классических адаптогенах, на растениях-кандидатах в адаптогены. И, в общем-то, более детальную информацию по каждому из растений мы получим немного позже. Ну а сегодня давайте начнем нашу лекцию. И начать я ее хотел бы вот с такой интересной цитаты нашего академика Николая Васильевича Лазарева, который сказал: «Очень долго я был в плену почтения к западной фармакологии. Только теперь я разобрал, что препаратов там много, а больших свежих идей в фармакологии нет. Мы можем обогнать Запад только у нас. Все наоборот. Идей много, а препаратов нет. Их производство – вот проклятая задача, осложняющая мою жизнь». Я на 100% солидарен с академиком Лазаревым, потому что, в общем-то, всю свою жизнь я тоже пытаюсь изучать препараты лекарственные, ну, в частности, природные препараты. И по своему образованию я инженер-технолог по базовому образованию, то есть я как раз получил специальное образование в технологии лекарственных препаратов и фитопрепаратов. Таким образом, получается, что вот эта задача производства, она, собственно, вошла каким-то образом и в мою жизнь. Вот здесь краткое содержание нашей лекции.
вы уже наверняка хорошо с ней ознакомились, потому что эти топики были в рассылке. Ну и теперь начнем с самого понятия. Что же такое адаптогены? И почему, собственно, адаптогены? Я просто воспользовался широко известным нашим поисковиком. Уже даже так в сленге у народа появилось такое выражение. Давай загуглим. Ну вот я загуглил слово адаптоген. Специально ввел латиницей для того, чтобы понять, что это слово не только в России на русском языке понятно нашим русским людям, но и имеет такое вот признание международное. Как вы видите, примерно Google показывает 491 тысячу ссылок на слово адаптоген. Ну, вот, собственно, даже уже это отражает тот факт, что интерес к адаптогенам достаточно высок, и эти растения, да, ну не просто растения, да и другие молекулы, которые относят в настоящее время к адаптогенам, они востребованы. Постоянно ведется какая-то работа в данном направлении. Не просто какая-то, а я бы сказал, достаточно активная и достаточно успешная. Чуть позже мы сможем в этом убедиться с вами. Когда, собственно, появился сам термин адаптогены? Сам термин адаптогены, он достаточно новый, молодой. И начало работы над адаптогенами было положено специальным приказом Совета народных комиссаров, который подписан был господином Сталиным в 1943 году. В это время было решено на государственном уровне в Советском Союзе начать научные исследования с целью поиска тонизирующих веществ для армии и работников тыла. Понятно, что начало 43-го года, весна, это, в общем-то, переломный момент, можно сказать, в Великой Отечественной войне. Я сейчас даже посмотрел, у нас нет ли участников с Украины, потому что тут, как мы помним, все на Украине запретили такой термин, как Великая Отечественная война, чтобы все-таки не быть каким-нибудь политически некорректным, но, тем не менее, я буду использовать этот термин «Великая Отечественная война», потому что, несмотря на то, что мы знаем о 20 миллионах официально признанных пострадавших, погибших во время Великой Отечественной войны, я думаю, что и на Украине не 1 миллион украинцев погибло, и вот так просто вычеркивать из памяти народа, выжигать это дело, я считаю абсолютно некорректным. Но вернемся к нашей терминологии и, собственно, к самим адаптогенам. Так вот, это переломный период войны, когда действительно страна начала уставать. И понятно, что солдаты уже были на фронте очень долго. Они были уже почти 2 года в очень тяжелых, суровых условиях. И некий тоник для того, чтобы повысить устойчивость организма, был необходим. Ну, в те времена выполнять приказы, а это военное время, это не просто указ, как у нас сейчас, а приказ Совета народных комиссаров, это вообще не обсуждалось. Выполнять их умели, выполняли очень быстро и очень эффективно. И вот смотрите, в марте появляется вот такой приказ, и уже в 1945 году появляются несколько серьезных публикаций. Я привел здесь, пожалуй, две наиболее красноречивые, но хотел бы отметить вот какой важный момент. Как вы видите, первая публикация появилась в журнале «Клиническая медицина». Надо отметить, что журнал, публикация в журнале в советские времена это было не просто сделать. Ну, во-первых, нужно было, чтобы это действительно было качественное исследование. Это не какие-то тезисы опубликовать сейчас в какой-нибудь интернет-конференции, где за 100, за 200 рублей публикуют все, что угодно. Все-таки это журнал, и таким образом эта статья действительно рецензировалась, и рецензировалась прежде всего вначале в той организации, где проводились исследования. Затем она рецензировалась в самом журнале, затем она проходила сито первого отдела, ведь был специальный приказ, который для армии. Таким образом, мы должны относиться к таким публикациям очень серьезно и понимать, что это была действительно серьезная работа, проделанная очень быстро. Для того, чтобы за 2 года уже что-то сделать, что можно опубликовать,
это очень интенсивная работа. Так вот, первая публикация, на которой я хотел бы остановиться, это вот у нее даже символическое такое название «Новые стимулирующие тонизирующие препараты из флоры отечественных лекарственных растений». Четко по приказу, что необходимо было сделать, то ученые сделали. Ну и вторая публикация как раз вот этим академиком Николаем Васильевичем Лазаревым, экспериментальные данные к оценке дальневосточного лимонника как стимулятора. С одной стороны, конечно, кажется, как так, вот так быстро вдруг сделали серьезную работу. Это что, пальцем в небо ткнули и такая случайность, повезло, что ли, что нашли вот эти растения? Естественно, это не так. Естественно, исследования проводились, ну и по сей день, я бы сказал, что достаточно такой богатый источник для размышлений, это традиционная медицина. Прежде всего, обратились к традиционной медицине дальневосточных народов, и первое растение, которое было изучено и которое было классифицировано как препарат стимулирующего и тонизирующего действия, этим растением оказался лимонник. Мы чуть позже, когда будем говорить в нашем цикле о лимоннике, я расскажу историю, как это все произошло, с чего началось, как он используется в традиционной медицине и какие свойства, которые приписываются данному растению в традиционной медицине, подтверждаются, какие, может быть, не совсем подтверждаются клиническими и доклиническими испытаниями. Но, тем не менее, базируясь вот на этих знаниях традиционной медицины, ученым удалось действительно экспериментально, клинически показать, что лимонник оказывает стимулирующее действие на сердечно-сосудистую систему, дыхание, понижает чувство усталости, сонливости, повышает чувствительность зрения и не оказывает токсических действий. Вот смотрите, это ну, как раз все то, что нужно было солдатам на фронте, и все то, что нужно было тем людям, которые обеспечивали победу, обеспечивали твердый тыл, работая круглосуточно на заводах, работая на нашу общую победу. Ну и в следующей публикации академика Лазарева опять идет углубление исследований. Оказывается, что лимонник не влияет на продолжительность сна, может повышать мышечную работоспособность человека и оказывает сильное местное действие. Ну вот все как раз то, что необходимо было сделать согласно приказу Совета народных комиссаров СССР. Что дальше? Дальше работу академик Лазарев продолжал. И, собственно, вот когда он предложил этот термин адаптогена, это состоялась публикация была в 1958 году. По разным данным говорят о том, что те, кто работал с академиком Лазаревым, в 1947 году впервые этот термин адаптогена стал упоминаться. Ну, тем не менее, вот ссылка, которую литературную мне реально удалось найти в базах данных, она датируется 58 годом. И вот этот термин адаптогены академик Лазарев использовал для обозначения средств, вводящих организм в состояние неспецифически повышенной сопротивляемости. Притом, этот термин он ввел не для лекарственных растений, не для лимонника, несмотря на то, что вот его на предыдущем слайде мы видели его публикацию по поводу лимонника. Этот термин был введен в публикации, которая посвящена дибазолу. Структурная формула этой молекулы синтетически приведена здесь на слайде. И, собственно, когда академик Лазарев с группой своих коллег проводил работу с этой молекулой, установил очень интересные эффекты, в частности, вот позволявший организму входить в вот это состояние неспецифически повышенной сопротивляемости, он и предложил данный термин адаптоген. Ну, первое определение адаптогенов мы вот с вами на предыдущем слайде видели, оно такое достаточно куценькое, но работы в данном направлении были подхвачены активно на Дальнем Востоке, и Израиль Брехман в 1968 году в своей работе по поводу свойств элеутерокока, он сделал достаточно существенные уточнения, которые, собственно, на сегодняшний день считаются, ну, такими, можно сказать, даже где-то классическими признаками классических адаптогенов. Ну, немного тавтология получилась, но действительно, это признаки классических адаптогенов. Когда мы можем
растения или синтетическую молекулу отнести к адаптогенам. Итак, первый признак. Адаптоген должен быть совершенно безвредным для организма, обладать большой широтой терапевтического действия, вызывать минимальные сдвиги в нормальных функциях организма или вовсе их не вызывать и проявлять свое адаптогенное действие только на соответствующем фоне. Что вот вообще вот это вот означает? Вот такая вот длинная формулировка. Ну, давайте начнем с самого первого. Должен быть совершенно безвредным для организма. Это одна из важнейших, один из важнейших признаков классических адаптогенов. Это означает, что классические адаптогены не токсичны. То есть прием достаточно высоких доз не вызывает токсического эффекта. Это должно быть безопасно для организма. Большая широта терапевтического действия. Это говорит о том, что адаптоген проявляет свои эффекты в достаточно широком диапазоне доз. От маленьких до больших. Регулируя эти дозы, можно регулировать эффект. И очень важный аспект. Адаптогены вызывают минимальные сдвиги в нормальных функциях организма. Вот это очень важно, поскольку если организм не нуждается в коррекции, то адаптоген не проявляет, либо лишь слегка проявляет свои свойства. Если же какая-то функция ненормальная, вот только тогда действие адаптогена должно проявляться. Вторая формулировка, второй большой признак адаптогенов. Действие адаптогенов должно быть неспецифично. Что это означает? То есть должна повышаться сопротивляемость к вредному влиянию весьма широкого набора факторов физической, химической и биологической природы. Вспомним опять вот тот приказ, который был подписан Советом народных комиссаров. Ведь солдатам, работникам тыла, им необходимо было противостоять действительно очень широкому фактору, широкому спектру внешних воздействий. Это была и физическая нагрузка. Это, возможно, были какие-то химические атаки и работа с вредными веществами на предприятиях. Биологическая природа, тоже работа на предприятиях. Если так широко неизвестно публике о том, что какие-то биологические виды оружия применялись, но, тем не менее, биологической природы факторы – это не просто, может быть, какое-то биологическое оружие, это может быть и воздействие из окружающей среды. Никто во времена Великой Отечественной войны не носил с собой фильтров воды. Это даже, можно сказать, абсурдно. Брали ту воду, которая была в лесу, брали ту воду, которая была около дорог и так далее. Ну, это все, естественно, факторы стрессовые биологической природы в том числе. Следующие признаки классических адаптогенов. Действие адаптогена должно быть тем более выражено, чем более глубоки неблагоприятные сдвиги в организме. То есть, если функции организма в нормальных, на нормальном нулевом уровне, адаптоген не проявляет своего действия. Но чем более сильные изменения от нормального уровня, чем более сильные сдвиги от нормального уровня у организма имеются, тем активнее должен работать адаптоген. И адаптоген должен обладать нормализующим действием независимо от направленности предшествующих сдвигов. Тоже очень важный аспект. В чем здесь интерес? Интерес заключается в том, что если понижена функция, какая-то функция организма, адаптоген должен ее доводить до нулевого уровня. Если повышена, тоже должен понижать эту функцию, то есть нормализовывать. Это еще раз говорит о неспецифичности действия адаптогена, то есть он работает как при повышенной функции гиперфункции, так и при пониженной функции гипофункции. Ну и что дальше? Заброшена ли эта тема? Нет, эта тема не заброшена. Эта тема после 68 года активно развивалась. Вот на данном слайде я привел лишь некоторых ученых. Они все, в общем-то,
выходцы из бывшего Советского Союза. Альберт Самойлович Саратиков, Закир Рамазанов, Александр Георгиевич Панасян. Но сейчас вот судьба разбросала этих людей. Что касается Саратикова, он работал всю жизнь в России. Закир Рамазанов, он родился в Азербайджане, потом эмигрировал в Соединенные Штаты, потом был в Испании. Ну, сейчас, к сожалению, умер. И Александр Георгиевич Панасян, он родился в Армении, потом эмигрировал. Вначале он работал в Германии, потом эмигрировал в Швецию, и до сих пор вот он активно работает в Швеции. У каждого из них есть свои достаточно важные достижения. Ну уж так распорядилась судьба, что они все занимались радиолой Розовой. Наверное, многим из вас знакома книга «Золотой корень», которая была написана Саратиковым. Она претерпела два переиздания, и потом, вот она буквально недавно, по-моему, переиздалась в 2004 году, ну так, относительно недавно. Очень популярна, ее не так просто найти, и не все имеют ее в своей библиотеке. Популяризацию адаптогенов и, в частности, вот радиолы Розовой, можно сказать, активно в мире. Ну, видите, ситуация такая, что если какое-то растение получает интерес в США, то вот американцы, они как-то очень хорошо умеют коммерциализировать это дело. Вот то, что не удавалось нашим ученым Саратикову популяризировать очень сильно радиолу Розовую здесь, в стране у нас, и чтобы она вышла как-то за пределы Российской Федерации, все-таки Закиру Рамазанову это удалось сделать. Он опубликовал очень интересную статью, такую очень привлекательную. Я лично его не знал, но несколько раз мы с ним по телефону общались. Он достаточно хороший оратор, и вы знаете, ведь недостаток наших российских ученых заключается в чем? В том, что очень большая генерация людей, она никогда не говорила на английском языке. Мы все замечательно учили иностранные языки в школе, но, к сожалению, система советского образования с точки зрения изучения иностранных языков была очень специфична. Мы имеем прекрасное образование по всем предметам, за исключением иностранных языков. Это была государственная политика учить людей так, чтобы они могли читать иностранную литературу, но никогда не могли разговаривать. Ну, я думаю, что те из вас, кто вот еще родился во времена СССР и получил свое образование во времена СССР, согласятся со мной, что нам очень много уделяли времени переводу различных статей из газет. Мы какие-то примитивные диалоги изучали, но это было не изучение реального диалога, а просто заучивание того, что было написано в учебнике. И всегда у нас был комплекс неполноценности, как только нужно было начать говорить реально с людьми. И даже, ну, не заученный диалог, а шаг влево, шаг вправо от заученного диалога. Ну, а Закир, он хорошо изучил английский язык. И вот в 80-х годах, как раз тогда, когда была у нас достаточно такая серьезная и очень жестокая кампания в Афганистане, когда советские солдаты принимали там очень активное участие, он написал статью, он сам прошел вот этот Афганистан, собственно, и он написал статью в американском журнале, который называется Herbal Gram, издается он American Botanical Council под бессменным руководством и председательством, экзекутив директор, как он называет себя, Марка Блюменталя. Там появилась статья о том, как советские солдаты, ну это было что-то типа, знаете, такой секретной информации, как советским солдатам удавалось выживать в Афганистане. Все понимали, что это условия супер жестокие, супер суровые. И действительно, нашим солдатам необходимо было что-то для того, чтобы вот приспособиться к этим условиям. Так вот, Закир рассказал, что всем нашим воинам в то время выдавали экстракт радиолы Розовой. И сам он этим пользовался. И, в общем-то,
этот экстракт очень сильно помогал солдатам пережить эти суровые условия. В Америке случился бум. Ну, во-первых, там же нужен политический аспект, что да, вот советские солдаты были там в Афганистане, там политическая подоплека, ну не будем ее дискутировать. Но поскольку журнал Herbal Gram — это очень популярный в Штатах журнал, я даже как-то Марку Блюменталю задал вопрос: Марк, почему ты не хочешь свой журнал перевести в раздел научного журнала? Он классифицирует свой журнал как магазин. Это замечательное цветное издание, там очень много полезной информации, они регулярно публикуют обзоры по очень интересным растениям, буквально в каждом выпуске есть какое-то растение, которое такое ключевое растение выпуска, много статей, где обсуждаются всякие вопросы регулирования Herbal Medicinal Product, в Америке они их называют Botanicals, много рекламы. Ну вот Марк сказал, что как раз вот из-за этой рекламы я не хочу выходить в международные базы цитирования, там каким образом классифицировать себя как научный журнал. Меня и так хорошо читают и хорошо знает вся Северная Америка. Ну, он здесь действительно нисколько не слукавил. Вся Северная Америка действительно очень хорошо знает этот журнал. Но, правда, в России он практически неизвестен. Вот после этой публикации в Америке буквально начался бум вокруг радиолы. И как-то ни странно, если говорить об адаптогенах, то те американцы, которые знакомы с данным термином, они сразу же скажут: «А, доктор Закир Рамазанов, yes, yes, we know him». То есть, да-да, они знают, вот растения-адаптогены для американцев — это прежде всего Закир Рамазанов. Если для нас радиола розовая, ну, прежде всего, это Саратиков, то вот для американцев это Рамазанов. А вот этот человек, Александр Георгиевич Панасян, он начал свои исследования по адаптогенам еще в Ереване, в Ереванском при университете. У него была очень хорошая лаборатория химико-аналитическая. Потом его пригласил профессор Вагнер из Мюнхенского университета. Профессор Вагнер — это вообще, в общем-то, ключевая персона, одна из ключевых персон в мире, не только в Европе, но и в мире по фитопрепаратам. Он основал в свое время этот журнал Phytomedicine. Здесь вот я немножко его копию первой странички одной из последних выпусков показал. Почему, собственно, этот журнал на фоне вот Александра Панасяна? Потому что сейчас главным редактором вот этого журнала является Александр Георгиевич. Он подхватил факел профессора Вагнера. Так вот, в лаборатории профессора Вагнера тогда в Европе начались интенсивные эксперименты по растениям-адаптогенам. Это была в начале радиола, ну а затем они проверяли и другие растения-адаптогены. И если сейчас в любой базе данных Scopus, Vine, Web of Science вы введете профессора Вагнера, Хильдеберг Вагнер, вы увидите у него, кроме всего прочего, достаточно много публикаций, связанных с генами. Вот как раз вот в этом журнале Phytomedicine начали в конце 90-х годов, начали появляться публикации, которые прямо имели в своем термине слово адаптоген. Это были публикации вначале Александр Панасян опубликовал статью о брионии. Ну, это не относится к классическим адаптогенам, тем не менее, по многим признакам растения можно признать адаптогеном. Затем появился цикл публикаций о других растениях-адаптогенах. Ну и много обзоров было сделано профессором Панасяном. Так что вот, собственно, благодаря, можно сказать, его работе, адаптогены, они получили широкое признание в Европе. И затем немножко они так начали расширяться, ну, можно сказать, да, даже немножко в Южную Америку, потому что его работы хорошо знают там. В Азии там своя история. Там давно растения, такие как женьшень, такие как лимонник, они используются. Ну, это отдельный разговор. Вот мы немножко познакомились с такими, можно сказать, крупнейшими персонами современности, которые оказали значимое влияние в изучении адаптогенов.
Ну и теперь давайте посмотрим, чем же отличаются адаптогены от стимуляторов. Вы помните, опять же, вот тот самый приказ, где, в общем-то, говорилось больше о средствах, которые тонизируют. Ну, зачастую мы путаем тоники, стимуляторы, адаптогены. Ну, чтобы вот такой каши не было, я решил показать вам вот этот слайд. Он как раз из статьи профессора Панасяна. Вот здесь, что интересно. Значит, вот у нас есть базовая линия некой функции. И как действует адаптоген? Адаптоген, если нужно какую-то функцию повысить, он работает так, что идет плавное повышение функции. Сейчас возьму вот этот вот указатель. Значит, идет плавное повышение функции. И когда мы препарат меняем, идет понижение функции, но до базовой. Смотрите, что происходит с стимуляторами или допингами. Они резко повышают функцию, после чего резкое падение функции. Ну, фактически, вот тот самый период депрессии, который случается после отмены стимуляторов или допингов. И, собственно, вот это вот тот момент, из-за которого допинги запрещены в спорте высоких достижений. Ну и, в принципе, они запрещены. Вот именно из-за этого эффекта отмены. Вот в этой таблице я немножко детализировал, опять же, не я, а благодаря вот публикации профессора Панасяна и Вагнера, здесь вот сумма, то есть не сумма, а сравнение различий между адаптогенами и стимуляторами. Давайте немножко поподробнее над этим остановимся. Но прежде всего то, что мы видели с вами на слайдах, мы сохраняем это в памяти, что адаптоген работает плавненько и никогда не бывает эффекта отмены. Второе, значит, восстановление организма после истощающей физической нагрузки при приеме стимуляторов, мы говорим об восстановлении организма, при приеме стимуляторов восстановление медленное, когда мы используем адаптоген, организм достаточно быстро восстанавливается после истощающей физической нагрузки. Энергетическое истощение. Как мы видели с вами на предыдущем слайде, после стимуляторов наступает вот этот период депрессионный, когда мы имеем дело с энергетическим истощением. При приеме адаптогенов такого не наблюдается. Как работают стимуляторы и адаптогены при стрессе? Стимулятор при стрессе влияет достаточно отрицательно на работоспособность, он ее понижает. Адаптоген, наоборот, это стресс-протектор, то есть он повышает работоспособность организма при стрессе. Способность к выживанию при стрессе. То же самое, выживание при стрессе при приеме стимуляторов понижается, при приеме адаптогенов повышается. Синдром абстиненции или отмены, да, он имеется у стимуляторов. Нет, не наблюдаем мы такого синдрома при приеме адаптогенов. Бессонница, да, очень часто после приема стимуляторов и отмены, особенно, она беспокоит. При приеме классических адаптогенов бессонницы нет. Побочные эффекты, масса побочных эффектов для стимуляторов. Для классических адаптогенов побочные эффекты не регистрируются. Ну и если уйти на молекулярный уровень, синтез ДНК и РНК, протеинов, при приеме стимуляторов понижается данный синтез. Адаптогены как раз повышают синтез ДНК, РНК, протеинов. Ну и отчасти за счет вот этого проявляются свои очень. Ну, как говорят уже совсем наши современники, в частности профессор Шабанов, в определенном смысле концепция адаптогенов предшествовала появлению современных представлений о ноотропах, психоэнергизаторах и актопротекторах, теоретическое развитие которых шло в сторону конкретизации отдельных положений концепции адаптогенов. Ну, вот по мнению профессора Шабанова, ноотропы, психоэнергизаторы, актопротекторы – это где-то производные адаптогенов. То есть они не работают так широко, как адаптогены, а имеют более узкую направленность деятельности. Теперь
Что же происходит в мире? Что же происходит в мире? В мире адаптогены тоже признаны. Раньше всего, ну, исключая Россию, да, адаптогены, они были приняты и признаны Food and Drug Administration, американским крупнейшим агентством, федеральное агентство, которое занимается одобрением или неодобрением всего, что касается botanicals и лекарственных средств. Так вот, согласно указанию Федерального регистра FDA, Regulation on Statement Made for Dietary Supplements Concerning the Effect of the Product and the Structure of Function of the Body, термин адаптоген был допущен для определения свойств некоторых продуктов. Эти некоторые продукты как раз и есть botanicals, которые содержат в своем составе классические и некоторые, как мы говорим здесь в России, кандидаты в адаптогены. Но индийские компании, они сейчас продвигают под адаптогенами не только классические адаптогены и китайские некоторые компании, но и другие растения из традиционной медицины Индии и Китая. Что в Европе? В Европе в 2007 году был Европейским медицинским агентством, тогда это еще была EMEA, они сейчас это European Medical Medicines Agency, сейчас это EMA. Ну, тогда это было EMEA, значит, они опубликовали специальный документ, где просили всех заинтересованных лиц высказать свои комментарии на Reflection Paper on Adaptogen Concept. Собственно, вот этот вот документ, он был инициирован при обсуждении вопросов с элеутерококком. Европейцы никак не могли определиться, можно ли элеутерокок допустить на европейский рынок, и стали собирать различные мнения со всего мира. Ну вот, а тут я немножко должен понескромничать, сказать, что вот ваш покорный судья среди прочих участников принял участие в обсуждении вот этого документа. И, наверное, это совсем не скромно, но мы так иногда говорим тут с моими коллегами, что скромный свой вклад в популяризацию адаптогенов и, в общем-то, не просто популяризацию, а утверждение такого вот класса природных препаратов, как называют их в Европе, Herbal Medicinal Product, мы все-таки внесли, а мы высказали свое мнение, активно поддержали вообще эту концепцию, в результате чего, вот в результате обсуждения вот этой вот генеральной такой бумаги, в 2008 году Европейское медицинское агентство, они признали концепцию адаптогенов, вот опубликовали уже непосредственно финальную версию вот этого документа, опубликована вот финальная версия вот этого документа. И таким образом сейчас, уже если мы говорим адаптоген, то в Европе даже официальные лица, они хорошо понимают, что действительно это так. Есть такая группа веществ, и она действительно проявляет свою активность. Ну и чтобы не быть голословным, этот слайд я обычно показываю еще нашим зарубежным коллегам. Ну уж ладно, тут энциклопедия лекарств, РЛС. Вот и здесь у нас имеется такая подгруппа. Сейчас курсор наведу. Значит, имеется такая подгруппа, общетонизирующие средства и адаптогены. Ну и, соответственно, к ним относится ряд веществ. Собственно, какие же растения мы относим в России к классическим адаптогенам? Ну вот, в основном список этих классических адаптогенов, он был сформирован в 80-х годах в результате вот такого активного изучения растений адаптогенов с 1960 по 80-й год. Классическим адаптогенам были отнесены следующие растения. Первое – это аралия. Аралия манчжурская. Я привожу вот здесь сейчас название на этом и на других слайдах. Я привожу название растений на латыни согласно The Plant List Database. Это такая одна из признанных в настоящий момент, общепризнанных не только в Европе, но и в мире, баз данных.
всякий раз, когда готовится статья для научного журнала, необходимо сверять название этого растения с базой данных, потому что еще в российской фармакопее, которая у нас, вы помните, до сих пор действует фармакопея СССР, что касается лекарственных растений, и там уже устаревшая используется терминология, то есть у нас есть Aralia manjurica. Ну, в международной классификации это должна быть принятая Aralia elata. Семейство аралевых – это дерево эндемик Дальнего Востока. Ну и я вот здесь привел, сколько раз упоминается Aralia в базах данных научных статей. PubMed – это Medline, широко известная американская база данных, которая издается национальным агентством в США. И Scopus – это уже такая более известная международная база данных. Ну, как вы видите, нельзя сказать, что супер много публикаций по поводу Aralia. Тем не менее, они есть. Да, еще есть специфика такая, что в PubMed здесь статьи идут, в базе данных PubMed статьи идут те, которые связаны с медицинским применением лекарственных растений, а в Scopus. В Scopus здесь могут быть не только медицинское применение, но и растения, которые а публикации, которые касаются культивирования, например, этих растений, какого-нибудь изучения биологического, особенностей, поэтому вот их немножко больше. Второе растение, классический адаптоген, это семейство тоже аралевых, заманиха высокая, по латыни называется Aplopanax elatus, тоже эндемик Дальнего Востока, это такой небольшой кустарник, но у него крайне ограниченный ареал произрастания. Когда-то в СССР даже выпускался лекарственный препарат с заманихой и очень интересные свойства проявлял. Вообще, я бы сказал, для настоящего времени они вызвали бы очень большой интерес, поскольку это поддерживающая терапия при диабете, согласно некоторым публикациям, даже удавалось при терапии диабета иногда уходить от инъекций инсулинов с некоторыми пациентами, у которых был диабет второго типа. Но подробности, когда мы будем говорить уже детально об этом растении, мы недавно просто подготовили, опубликовали обзор вместе с китайскими коллегами по данному растению и собрали очень много интересной информации. Хотя, вот как вы видите, количество цитирований в базах данных не так много. Большинство исследований, к сожалению, было проведено в Советском Союзе еще в те времена, в 50-60-е годы, когда вот этих баз данных еще в помине не было, а уже эти журналы сейчас ретро-реферирование свое не проводят в базах данных, поэтому старые статьи достаточно сложно найти. Следующее растение, которое наверняка известно многим из вас, ну, на слуху, по крайней мере, Leuterococcus колючий, тоже семейство аралевые. Видите, третий представитель семейства аралевых, что, собственно, само по себе уже свидетельствует о том, что нужно особое внимание уделять данным растениям данного семейства, когда мы проводим поиск новых адаптогенов. Тоже эндемик Дальнего Востока, Сахалина. Это более популярное растение. Как вы видите, вот количество цитирований сразу значительно больше и в Scopus, и в PubMed. И, собственно, вот, как я уже говорил, вот это вот растение стимулировало интерес европейцев при обсуждении концепции адаптогенов. Ну, следующее растение, это совсем хорошо всем известное, наверное, все, кто сейчас слушает эту лекцию, они согласятся с тем, что женьшень, все слышали и знают хотя бы что-то об этом растении. И как вот вы видите, количество публикаций здесь, ну, несравнимо ни с какими другими. Здесь уже на 6 тысяч, 5 тысяч публикаций более. То есть оно очень популярно, изучается во всем мире. И до сих пор я ассоциированным членом редколлегии Journal of Ethnopharmacology получаю очень много статей, особенно от корейских авторов, от китайских, которые там, ну, копаются в деталях буквально, какие-то там специфические особенности красного женьшеня.
Вы знаете, китайцы и корейцы, они имеют специальные способы приготовления женьшеня. У них есть белый женьшень, есть красный женьшень, масса препаратов. Какие-то более очищенные, какие-то менее очищенные. Ну вот до сих пор статьи приходят. Не далее, как 2 недели назад я тут получил очередную статью по красному женьшеню. Даже ревьюеры, рецензенты, они когда проанализировали это дело, у меня тоже у самого был такой немного скептический подход, но они тоже написали, так все-таки, что же вы, ребята, что же вы нового-то сделали? Вот вы хотя бы объясните для публики, чем полезно было ваше изучение, там блох ловили или все-таки вы что-то новое нашли в женьшене? Так, следующее растение, ливзея, тоже, наверное, слышали его, особенно, я думаю, что слышали те, кто недалек от спортивной медицины, либо от продуктов, которые, препаратов, которые содержат экзостероиды. Вот это уже другое семейство, это семейство композиты, эндемик Алтая, Саян, Прибалкайя. Растение, ну, нельзя сказать, что мало изученное, количество публикаций, вот, мы видим, есть определенные в базах данных, но интересно то, что вот количество публикаций по поводу эффектов медицинских, фармакологических эффектов, вот оно больше, чем количество публикаций в тех журналах, которые реферируются в Скопусе, несмотря что здесь вот я говорил вам не только о фармакологических эффектах препаратов, но и о культивировании, о биологических особенностях, химических особенностях растений. Ну и еще одно растение, которое мы уже сегодня не раз упоминали. Это радиола розовая, однако сейчас по классификации The Plant List Database это седум розеум. Немножко изменилось его растение. Крайне популярно, я даже удивлен, что не очень много публикаций в PubMed и в Scopus, потому что если суммировать вот публикации в популярной литературе, не научной, то это будет значительно больше, чем женьшень, публикации по женьшеню. Но, тем не менее, вот научных публикаций 500 в этих базах данных мы можем найти о радиоле. И публикации эти появляются каждый год. Их появляется каждый год не так уж мало. Когда мы будем говорить о радиоле более детально, я там постараюсь показать графики динамики количества публикаций. Там будет достаточно хорошо понятно, когда интерес возрастает, затихает, с чем это связано к данному растению. Но сейчас растение это в фокусе интереса. И более того, могу даже так сказать, забегая немного вперед, что сотни тысяч гектар по всему миру плантаций именно радиолы розовой заложен. Не только в Европе, но и в Северной Америке и в других странах. Вот то растение, с которого, собственно, как мы помним из предыдущих слайдов, началось изучение адаптогенов. Это лимонник китайский, Schizandra chinensis. Ну, можно сказать, что количество публикаций здесь растет. Вот в Скопусе мы видим с вами, к 1000 приближается, в PubMed тоже перевалило за 1500. То есть данное растение изучается. Мы тоже немножко поизучали его в нашей лаборатории. Ну, в принципе, мы многие из этих растений в нашем институте изучали, не только шизандру, не только лимонник. Мы очень много поработали с радиолой, мы много поработали в свое время, ну, я начинал даже, могу сказать, что с женьшенем. Моя кандидатская диссертация была связана с женьшенем. В принципе, какое-то отношение к этому, можно сказать, имеем. И теперь давайте посмотрим. Собственно, вот это вот все растения, классические адаптогены, которые я хотел вам сегодня, которые хотел сегодня сказать. Давайте посмотрим, что же с ресурсами данных растений. С ресурсами все не очень хорошо, потому что ареал произрастания растений постоянно сокращается из-за таких заготовок, которые безобразно велись, особенно они безобразно велись в период перестройки, когда в дикой природе буквально гектарами пропахивалось все, растения извлекались, никто не вел никакой политики, не культивировал, все только от природы брали. Ну, в результате вот как раз наша заманиха
в результате вот как раз наших заманиха и женьшень, они попали в красную книгу. Ареал природного произрастания у них крайне сейчас ограничен. Ну, спасает ситуацию, по крайней мере, женьшень, спасает ситуация культивирования женьшеня. В Китае это вообще широченный огроменный бизнес, и Китай основной поставщик сейчас женьшеня на рынках. Отдельный разговор о качестве этого женьшеня, но тем не менее. А что касается же заманихи, ее не культивируют пока. Возможно, растение это еще переживет ренессанс интереса. Какие выходы из сложившейся ситуации? Ну, конечно, каким образом можно ресурсы поддерживать, расширять? Это культивирование. Есть плантации у нас в России, есть плантации за рубежом, но это в частности, как культивируют женьшень. Здесь пример культивирования лимонника китайского. Кстати говоря, вот я вижу, что у нас есть участники из Дальнего Востока, ну для них вообще не вопрос. Все эти растения адаптогены, эндемик, то есть вплоть до того, что на даче или на участке около дома, на клумбе некоторые из растений этих можно выращивать. А вот здесь вот пример, как культивируют радиолу розовую. Радиолу розовую культивируют в тех регионах, где это позволяет климат, а растет она хорошо, как это ни странно, даже на широте Мурманска, на побережье Белого моря можно встречать это растение в дикой природе, ну, соответственно, и пригодные условия для культивирования. Ну, это, в частности, пример, как культивируют данное растение под пленкой. В Финляндии у нас уже прошло 3 проекта больших достаточно с финским институтом NTT Agriculture Research Finland, где мы изучали различные аспекты культивирования радиолы и розовой, и как это влияет на качество сырья, и, в общем, вокруг радиолы очень много дискуссий идет. Что же там за вещества, которые ключевые, которые отвечают за биологический эффект. А вот это вот пример очень интересный, я бы сказал, достаточно дорогого культивирования радиолы розовой, тем не менее это Норвегия. Вот таким образом в Норвегии культивируют радиолы розовой в теплицах, действительно существуют вот теплицы, и там идет активное культивирование. Ну, альтернативный путь еще культивированию есть культура клеток. Как раз вот я и занимался, когда готовил свою кандидатскую диссертацию, будучи в аспирантуре, вот такой вот калусной культурой женьшеня. В основном в культуре сейчас у нас введен элеутерокок, женьшень, радиола, лимонник и левзея. Ну, ведутся небольшие работы и по другим растениям. Очень активные, но ведутся. Теперь немного о действующих веществах. Это очень грубое приближение, потому что каждый раз, когда мы будем в следующих лекциях говорить о индивидуальных растениях, мы детально рассмотрим, какие биологические активные вещества там присутствуют. Но если грубо, то можно сказать, что основная группа действующих веществ, с которыми связывают адаптогенные эффекты, это тетрациклические тритерпены. Вот в 5 растениях аналогичные. В 5 растениях аналогичные структуры мы с вами увидим. Вторая группа – это фенольные соединения, фенилпропаноиды, производные фенилэтана, лигнаны, тоже в 5 растениях подобные соединения мы с вами сможем увидеть. И третья группа – это различные классы химических веществ, ненасыщенные тригидрокси или эпокси, жирные кислоты, альдегиды, органические кислоты, сапонины, полиацетилены. Ну, в 4 вот этих основных растениях данные группы веществ мы также с вами сможем обнаружить. А теперь вот вопрос стандартизации. Опять вернемся к нашей радиоле, к качеству сырья, потому что, как мы понимаем, в природе вариабельность очень широкая. Качество сырья все будет зависеть от того, даже какой год данный был. При культивировании немножко удается корректировать это. Ну, тем не менее, вариабельность очень широкая. Вот здесь вот как раз результат наших собственных исследований, когда мы делали проект вместе с нашими финскими коллегами. А вот одно из веществ розовин, стандартизация по которому ведется сейчас и признана во многих странах. Так вот, какова же была концентрация розовина в зависимости от того, где сырье выращено и в каких условиях оно растилось. Вы видите, насколько разная может быть концентрация. Вот от меньше чем 2
миллиграмма на миллилитр до 8, то есть до 6,5 в наших экспериментах было. Ну, есть данные, где до 10, другие авторы приводят. Ну, вот разброс действительно вот такой. И я бы сказал, не все то радиола действительно, что под названием радиола продается. Аналогичные данные можно найти по женьшеню и другим растениям-адаптогенам. Теперь немного о фармакологических эффектах, очень грубо, о тех фармакологических эффектах, которые известны для адаптогенов. Прежде всего, это стресс-протективный, повышение концентрации внимания, работоспособности, выносливости при высоких нагрузках, улучшение психического состояния, социальной адаптации, антигипоксантный, антиоксидантный, повышение потенции, нормализация сна, улучшение аппетита, повышение остроты ночного зрения. И вот, можно сказать, такие вот, вот то, что суммирует в целом, и что характерно в целом для адаптогенов, это повышение качества жизни. То есть, принимая адаптогены, мы, собственно, получаем повышение качества жизни. А вот этот вот аспект очень набирает сейчас все больше и больше оборотов в мире. Все же задумываются о том, как бы дольше жить. Продолжительность жизни сейчас всех очень беспокоит. Это уже точно нельзя назвать ни одного человека, никто наверняка из вас не скажет, что вот этот вопрос насчет продолжительности жизни меня не интересует совсем. Так вот, вот один из ценных аспектов адаптогенов, что они ценны в гериатрической практике. Ну, что еще важно знать, когда мы говорим о фармакологических эффектах адаптогенов? Адаптогенный эффект проявляется мягко и постепенно. Да, мы помним вот тот вот с вами график сравнения, где я показывал вам, что по сравнению с стимуляторами эффект нарастает медленно. Курсы лечения действительно могут составлять от 1 до 5 месяцев, что практически не бывает для стимуляторов или тоников, или синтетических веществ, но это только благодаря тому, что классический адаптоген, как вы помните, не проявляет токсичность. После этого желательно сделать перерыв полгода, и очень многие фармакологи не рекомендуют назначать адаптогены летом. Считается, что наилучший период для приема адаптогенов – это осенне-зимний период. Но если необходимо поддержать организм весною, весна тоже приемлема, но я бы сказал, даже более ранняя весна. Какие еще аспекты применения адаптогенов? Астенические состояния, переутомление, нервостения – хронические заболевания, умственная и физическая усталость. Ну, вот как раз, когда я в одной из лекций для студентов говорю об этом, зал оживляется, это как раз говорит про нас. Особенно в конце семестра при подготовке к сессии, вот это про нас. Утренняя гипертония, вегетососудистая дистония и очень хороши адаптогены в период выздоровления после тяжелых заболеваний, травм, повышение вот общего тонуса. И опять вот повторюсь, вот этим людям старших возрастных групп очень полезно. Для повышения иммунитета в период эпидемии, как поддерживающая терапия. И вот у здоровых людей для повышения работоспособности, адаптации к экстремальным воздействиям. Это тоже здорово. Когда не рекомендуют применять адаптогены, состояние возбуждения. Вы знаете, в фармакологии это все-таки наука о дозах. И если мы говорим, что адаптоген обладает широким терапевтическим диапазоном, должен обладать, то мы всегда должны помнить, что есть понятие растения адаптогена и какой-то части этого растения адаптогена, ну, например, корни женьшеня. И уже за нас Творец позаботился о том, что мы не сможем с вами физически съесть такое количество корня женьшеня, чтобы мы достигли какой-то летальной дозы. Ну, это очень сложно съесть. Ну, если только, наверное, задаться целью, что нужно так съесть. Ну, вот нормальный человек в нормальных условиях почувствует достаточно быстро насыщение. Я сам пробовал корень джиншеня, как-то был в Корее и убедился в том, что вот иногда некоторые говорят, что ой, сейчас я джиншеня съем, спать не смогу. Но это не так. Ну, позже, когда мы будем говорить о джиншене, я вам расскажу эту интересную историю, как я на себе испытывал женьшень. Вот, в период бессонницы, опять же, вопрос дозы, потому что при высоких дозах, конечно,
будет проявляться возбуждающее действие. Гипертония. Ну, зависит от того, о каком из растений адаптогене мы говорим. Ну, наверное, стоит опасаться. Гиперкинез – тяжелая форма сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, это, наверное, обычно для большинства фармакологически активных веществ. Какие-то противопоказания должны быть. Если их нет, то тогда начинают сразу люди сомневаться, а вообще был ли эффект, а есть ли эффект. Если противопоказаний нет в таком широком диапазоне доз, ну а что же это такое тогда, что какая-то панацея прямо. Ну, наверное, не панацея. Ну, где-то близко к тому. Ну и препараты на рынках. Ну, тут вот есть некоторые препараты с отечественного рынка. И эликсиры, настойки, экстракты мы можем найти в наших аптеках. Вот этот препарат очень популярен, это препарат из радиолы розовой, очень популярен на рынках скандинавских стран. Вот эта вот композиция адаптоген, она очень здорово, как Botanicals, продается в Штатах. Есть препараты в мягких желатиновых капсулах. Ну и немножко кандидаты в адаптогены. Мы говорили с вами о классических адаптогенах, вы видели, что таких растений не так много, я бы сказал, даже очень мало, но наука не стоит на месте, всегда изучаются новые растения, всегда появляются кандидаты в адаптогены. Здесь среди этих кандидатов можно упомянуть, ну, эту самую брионию алба, брионию, которой занимался профессор Панасян в начале своей научной карьеры. Здесь появляется амла. Здесь появляются другие виды женьшеня, например, у американцев, у североамериканцев, у них популярен не классический панакс гинзинг, а панакс квинквилобатум, пятилистный панакс. Ну и другие растения. Наверное, мы чуть позже будем говорить в отдельной лекции по этому поводу. И что же будущее? В чем же будущее? Почему мы считаем, что растения адаптогены, они имеют очень большое будущее? Ну, хотелось бы сказать, что вот эта вот категория адаптогенов, она введена, собственно, в медицинскую практику не для обогащения словарного запаса аптекарей, либо для какого-то маркетингового хода. Даже вот в те времена, когда, собственно, и формировалось вот это вот направление, тогда не стоял коммерческий интерес в первую очередь, особенно в Советском Союзе. Но все-таки это был новый термин для описания новой генерации лекарственных средств. Я бы сказал больше. Вот адаптогены – это то, чем может гордиться отечественная, советская, российская фармакология. Не так много сделали наши фармакологи, чтобы было признано. И еще меньше сделали того, что может быть признано в мире фитопрепаратов. Так вот, адаптогены – это, пожалуй, то, за что мы должны сказать большое спасибо нашим советским, российским ученым. То есть они создали новую генерацию лекарственных средств. Существующие фармакологические средства, такие как анальгетики, жаропонижающие, антибиотики, седативные, диуретики, они предполагают изначально болезненное состояние, которое должно быть исправлено путем действия препарата. Лекарственные же препараты будущего, к которым мы относим адаптогены, они должны предупреждать заболевание, прежде чем оно начнет развиваться. Это должны быть препараты не против чего-то, то есть антиинфламаторы, как говорят там за рубежом, то противовоспалительные, да, или протекторы узко, как мы уже вот вспомним тот тезис профессора Шабанова, что вот нейропротекторы, они, собственно, пошли от адаптогенов. То есть это не должны быть просто протекторы узкоспециализированные, но это должны быть такие протекторы, которые будут регулировать уровень защиты в соответствии с требованиями текущей ситуации и состояния пациента. То есть, говоря о адаптогенах, мы говорим об умных лекарственных средствах. Ну и в завершении нашей лекции я бы хотел немножко для вас проанонсировать конференцию, которая ежегодно, которую мы проводим, в этом году будем проводить уже в 19-й раз. Она начиналась здесь у нас в Санкт-Петербурге 19 лет назад. И тогда это была единственная конференция в России, которая была посвящена изучению лекарственных растений. Сейчас появились некоторые другие небольшие конференции, но это действительно
международная конференция, которая получила международное признание, международный съезд «Фитофарм» называется. Год проходит в России, год в Германии. В этом не обязательно в Германии, год за рубежом где-то, потому что мы уже были с этим съездом в Голландии, Финляндии, в Германии, в Австрии. Ладно, у нас Швейцария, две страны. Собственно, это место, это площадка, где наши ученые, наши специалисты могут поделиться знаниями в области изучения фитопрепаратов, в том числе генов, с зарубежными учеными. И очень многие зарубежные ученые, они действительно понимают, что, пожалуй, это одно из тех немногих мест, где они могут встретиться с русскими учеными. До сих пор наши люди страдают комплексом иностранного языка, потребление его свободного, помните, а с нами они все-таки меньше боятся, потому что, несмотря на то, что язык этой конференции английский, но всегда мы присутствуем в зале, и в случае какой-то интересной дискуссии мы всегда помогаем, можем обсудить корректно, на корректном английском языке, вопросы, которые вот касаются изучения препаратов, либо вашей презентации, либо еще чего-то. В рамках вот этой вот конференции в этом году мы начинаем абсолютно новый цикл курсов GXP в биомедицинских исследованиях. Наверное, многие из вас уже слышали такой термин, как GMP, Good Manufacture Practice. Она относится к производителю, правила хорошего производства лекарственных средств. Уже у нас даже президент владеет данным термином и говорит, что все, теперь все препараты, которые в России будут производиться, они только в соответствии с этими международными правилами. Но это не только GMP, это еще есть GLP, Good Laboratory Practice, то есть это хорошая практика в изучении фармакологии и других свойств лекарственных растений, и не только растений, а лекарственных веществ. GAP, Good Agriculture Practice, то есть это каким образом культивировать растения, чтобы они отвечали требованиям, высоким требованиям хорошей производственной практики, обеспечивать качество этих препаратов. Ну и другие аспекты. Good Clinical Practice, как правильно использовать препараты, как правильно доказывать фармакологические эффекты. Здесь вот есть ссылка на сайт съезда. До сих пор еще открыт прием тезисов в научную конференцию, до сих пор еще открыт прием заявок на участие в выставке. Небольшая выставка там будет проходить, это будет в университете Бонна, это фармацевтический институт университета Бонна. Там замечательные коллеги наши, которые помогают нам проводить эту конференцию. В соорганизаторах у нас еще общество исследователей лекарственных растений. Вот это вот логотип этого общества. GA, Society for Medicinal Plant Natural Product Research. Вот. И есть наш институт в организаторах, ну и еще небольшая немецкая команда, которая занимается тоже изучением фитопрепаратов. Пожалуйста, все заинтересованные, заходите на наш веб-сайт, там информация. Вся информация там по-английски, немного есть по-русски. Ну, поскольку конференция международная, мы все-таки что-то перевели, но программа, она все равно на английском. Но основные моменты по-русски можно там понять, и топики вы увидите. Бывает всегда у нас еще и экскурсия на производство, либо на плантацию лекарственных растений, либо производство, где производят фитопрепараты. Это бесплатно для участников, так что всех буду рад увидеть в этом году в Германии, кто заинтересуется. Ну и спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. И сейчас я вам еще напишу вот здесь внизу. Я на слайде не указал свой адрес, email-адрес для контакта. Сейчас я его введу. Вы можете мне задавать вопросы сейчас, либо вот на этот адрес присылать. Так, вот он. Адрес этот появился. Должен был появиться. Появился? Да, появился. Так, вот появились первые вопросы. Ваше отношение к БАДам вообще? Хороший вопрос. Что означает мое отношение к БАДам вообще? По классическому определению, БАД – это биологически активная добавка к пище. Таким образом, можно сказать, что это действительно должна быть какая-то добавка. Сам по себе БАД не должен оказывать фармакологического эффекта. Что я имею в виду, что означает
не должен оказывать фармакологического эффекта. Прежде всего, если это биологически активная добавка, или как на Западе food supplement говорят, да, то значит это некая композиция, которая должна содержать вещества, которых не хватает нам в обыденной жизни. Ну, предположим, человек живет в северных широтах, где очевидно, что употребление растительной пищи, зелени какой-то, содержащей витамины, оно будет немножко другим по сравнению с теми людьми, которые живут, например, в Краснодарском крае. Да? И период доступности, несмотря на то, что в магазинах доступны у нас сейчас зелень, овощи, фрукты, тем не менее период доступности он достаточно ограничен. Таким образом, в организме формируется дефицит витаминов, дефицит флавоноидов, дефицит других каких-то биоактивных веществ, которые нужно восполнять. Вот, собственно, задача БАДа не лечить, а восполнить вот этот дефицит. Это вот что касается БАДа. То есть, когда говорят, что БАД и начинают рекламировать его фармакологические эффекты, это некорректно. Это везде в мире это запрещено. У нас официальными документами это запрещено. Более того, согласно документам нашего, регулирующим документам нашего института питания, который ответственен за регистрацию БАДов, концентрация действующих веществ в биологически активной добавке, по крайней мере, в 10 раз должна быть ниже, чем концентрация биологически активных веществ в лекарственном средстве. Таким образом, вот мое отношение к БАДу, оно примерно такое. Я понимаю, что это есть, эти вещества должны насыщать организм чем-то полезным, восполнять дефицит каких-то веществ, но они не должны лечить. Так, вопрос вот тут. Вы уверены, что адаптогены можно принимать до 5 месяцев, они не несут вреда организму? Ответ такой. Значит, фармакология, еще раз повторюсь, наука о дозах. И вот, наверное, есть ситуации, когда адаптогены можно принимать до 5 месяцев. Пожалуй, везде должна быть разумность. Например, если человек едет в какие-то экстремальные условия, необходимо провести длительную работу в горах. Да? Очевидно, что это стрессовые условия для организма, очевидно, что это гипоксия, и очевидно, что каким-то образом с этим надо бороться. Есть возможность бороться, принимать синтетические антигипоксанты, есть возможность принимать природные антигипоксанты. Как вы помните, я говорил о том, что адаптогены обладают антигипоксантной активностью. Таким образом, почему нет? Можно принимать. Если быть разумным и понимать, что вы жуете не корень женьшеня, а вы пьете настойку женьшеня, и вы жуете не корень элеутерокока, а вы принимаете экстракт элеутерокока, то в течение 5 месяцев это возможно, до 5 месяцев. Но это, наверное, больше экстремальная ситуация. Для профилактики я бы не стал применять 5 месяцев непрерывно. Так, теперь вот. Секундочку. Вот этот вопрос. Я не вижу. А вот. Есть ли среди растений стимуляторы? Естественно, есть стимуляторы. Но вот кофеин – это очевидный стимулятор, да? Я думаю, что очень много можно найти экстрактов, содержащих кофеин. Кофеин содержащий. Ну, классический стимулятор, например. Есть и другие растения, которые являются стимуляторами. Вам знакома компания NRCTO? Как вы к ней относитесь? Знаете, я не сторонник обсуждать публично какие-то компании, поскольку это всегда расценивается как реклама или антиреклама какой-то компании. У каждого есть какое-то определенное, может быть, какое-то определенное мнение, но я бы не стал комментировать это. Так, теперь следующий вопрос я тут вижу. Вы говорили, что качество препарата смотрится по наличию розавина. Когда его много, это хорошо или плохо? Как тестировать растения на качество, не включая лабораторные условия?
Вопрос хороший. Значит, ну, первое. Во-первых, розавин – это один из ключевых компонентов радиолы розовой. И вот просто сказать, что качество любого растения адаптогена или препарата из растения адаптогена относится, то есть классифицируется по розавину, конечно, не так. Только для определенного растения существуют определенные ключевые маркеры. Кроме того, вы знаете, вот эффекты адаптогенов, они достаточно разноправлены, и биологически активных веществ, с которыми связывают адаптогенные эффекты, их тоже очень много. Поэтому в зависимости от того, какой эффект вы планируете получить от препарата, я бы говорил о том, что нужно пытаться и обогащать ваш экстракт, если это идет речь о производстве, нужно обогащать экстракт вот тем веществом. Если его много, хорошо или плохо? Тоже очень хороший вопрос. Дело в том, что сам по себе адаптоген, он должен иметь широкую терапевтическую широту действия и должен быть нетоксичен. Когда мы говорим об индивидуальных веществах, индивидуальное вещество – это не, еще не адаптоген. И даже тот дибазол, с которым работал академик Лазарев, это уже индивидуальное вещество. И вот к классическим адаптогенам мы его не относим, поскольку существует токсичность. И не такая уж она, доза, при которой появляется токсичность, не такая уж она и низкая. Таким образом, у всех веществ должны быть диапазоны. И сейчас тенденция при стандартизации лекарственных средств закладывать не показатель, как это ранее было в Госфармакопее СССР, концентрация такого-то вещества не менее. Верхняя граница не обсуждалась. Сейчас тенденция такая, что концентрация вещества должна быть задана в диапазонах от и до. Опять же, не нужно забывать, что когда мы начинаем стандартизировать какой-то препарат по индивидуальному веществу, появляется возможность так называемых подделок, в английском языке это, в американском больше даже, американизм, это adulteration. И сейчас появились работы, вот как раз тот самый Марк Блементаль, American Botanical Council и вот журнал Herbal Gram, он очень активно работает, целая программа есть в Америке, программа борьбы с adulteration, когда производитель пишет на этикетке, что вот это натуральный экстракт радиолы, а в нем внесены синтетические, ну, да, хорошо, вот скажем, синтетический розавин. Очень легко просчитать, сколько килограмм радиолы нужно переработать для того, чтобы получить препарат с таким высоким содержанием розавина. А затем очень просто вычисляется стоимость килограмма корня радиолы, стоимость его переработки и стоимость конечного препарата. Становится очевидным, что вот это вещество не извлекалось индивидуально. Ну, плюс есть еще сопутствующие факторы. Это сопутствующие вещества, от которых практически невозможно очиститься, с очень близкой структурой, и они должны присутствовать. А если присутствует только один розавин, то это уже точно не то. Таким образом, вот при стандартизации, с одной стороны, нужно указывать диапазон действующего вещества. С другой стороны, всегда нужно помнить о том, что это должно быть не просто синтетическая молекула, а это должно быть действительно вещество, извлеченное из растения, если мы говорим о растениях. Так, можно ли добавлять в чай лист лимонника? Не вопрос. Я когда служил сам на Дальнем Востоке, в армии, я был под Комсомольском на Амуре. Вот не видел, из Хабаровска был кто-то или нет, но привет Дальнему Востоку. Мы прекрасно клали лист лимонника в чай, все хорошо, это даже нам... Тогда же я служил в конце 80-х, очень сложно было с лимонами, но в армии какие лимоны там в тайге. Но это хорошо нам помогало. Мы тогда не задумывались о том, что вообще вот этот лист лимонника, насколько он окажет действие какое-то фармакологическое. Да нет, ничего, вроде так... Лист лимонника нет никаких. Я, опять вопрос дозы, но я не могу сказать, чтобы что-то плохое случилось, если положить в чай лист лимонника. Попробуйте ягодки добавить в чай, высушить, добавить, все будет здорово. Так, вот, наверное, и все. Мне тут написали, что это последний вопрос. Тогда
Да, спасибо. Всем спасибо. Наверное, можно сказать всем до свидания. Да. Александр Николаевич, хочется сказать вам огромное спасибо. Очень интересная лекция. Я надеюсь, что наши пользователи по вот этой ссылочке оставят свои отзывы, и мы поймем, как нам построить курс с вами, потому что мне было очень интересно, я думаю, нашим пользователям также. Огромное спасибо вам еще раз. Дорогие друзья, ссылка в чате, пожалуйста, пишите. Нам очень важна ваша обратная связь. Всем спасибо и до новых встреч. До свидания, до новых встреч.